Мой выбор – освободиться от любых предвзятых мнений о том, как именно должна реализоваться моя мечта. Не думай о методе. Когда ты призываешь свою мечту в реальность, не делай вид, будто знаешь, каким образом она осуществится. Многие твои мечты изначально кажутся неосуществимыми. Пока ты веришь в это, они так и останутся неосуществленными. Пойми, твое незнание того, каким образом исполнится мечта, свидетельствует об ограниченности твоего понимания, а не об ограниченности сил Вселенной. Для того, чтобы мечта осуществилась, тебе вовсе не обязательно знать, каким образом это произойдет. Так что научись не ограничивать творческие силы своего духа. Считая, что тебе нужно знать как, ты поддерживаешь в себе верование, будто мечта может осуществиться только строго определенным образом. Веря в это, ты значительно ограничиваешь пути, посредством которых твой дух может осуществить мечту. Сосредоточься на самой мечте и почувствуй, как она исполняется, не привязываясь к вопросу о том, каким образом это происходит. Подключи воображение и испытай радость от того, что ты живешь в своей мечте. Поверив, что ты можешь жить в мечте, ты тем самым привлечешь ее к себе. Осознай, если ты будешь просто думать о мечте, ничего не выйдет. Ты должен чувствовать ее всем своим существом. Для этого нужно повернуться лицом к своим страхам и отказаться от ограничивающих верований, в которые ты запеленал свою личность. Начни с того, во что можешь поверить, с того, что можешь принять, а затем работай над расширением этих границ. Таким образом, ты скоро осознаешь, что в большинстве случаев только ты сам препятствовал осуществлению своей мечты. Условия, в которых ты живешь, всего лишь проявление, а не причины того, что с тобой происходит. Осознай это и возьми на себя ответственность. Пусть тебе достанет храбрости встретиться лицом к лицу с тем циником и пессимистом в себе, которого ты склонен называть реалистом. Знай, не что иное, как такой реализм отнял у тебя надежду, ибо ты боялся, что надежда станет причиной боли. Многие на этом этапе перестают осуждать то, что ранее считали наивностью. Мечтай подобно ребенку, которого общество еще не научило ограничивать свои возможности. Вспомни то состояние бытия, в котором ты некогда пребывал, когда было возможно все. Знай, что возможно все –